удается сделать передачу на защитника. И встали наконец-то прожане в чужой зоне. 15 секунд у них осталось. Мяньпя. Бросок поворотом. Лацо и... Какой сейв Яна Лацо! Тут, естественно, уже и полевые игроки помогли. Но, казалось бы, отскочила шайба прям по центру. Накатывался игрок Льва. И как там среагировал Ян Лацо! Просто классный момент. Создает хоккеисты Льва. Вот так по-футбольному выбил шайбу коньком. Подкратский, по-моему, это был. Дальний бросок, да, Подкратский прямо на крюк Джастину Азеведо. И вот Азеведо, посмотрите. И вот тут уже Подкратский, вратарь, все вместе. Ну-ка вместе, ну-ка дружно. Отстояли ворота хоккеисты Донбасса.